начали неважно, первый период отклонились от той схемы игры, которую нам тренера предлагают, и от этого было очень много брака, сумбура, и после первого периода поговорили, тренера дали наставление, немножко изменили свою игру, стали больше играть в чужой зоне, держать шайбу, создавать моменты, реализовали моменты некоторые. Единственное, что, наверное, много удалений опять сегодня было, и 3-5 играли в конце, то есть сами себе создаем проблемы, но слава богу, что выстояли, довели игру до победы, готовимся дальше. Ну, нормальная предсезонная игра, ничего особого. Хорошо, что использовали свои моменты, забили 3 гола. В принципе, этого хватило для победы. Хорошо, что выиграли. Так, потихоньку вкатываемся.